На конкурс дети читают стихи. Абдулоева Гульнара, 15 лет. Поселок Африканы, школа номер 1. Майя Александровна Румянцева. Баллада о седых. Нынче в моде седые волосы, и седей бездумно молодость. Девчонка лет 20 может гордо седою пройти. Какому кощунству в угоду, кому это ставить вину? Как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину. Память, стой, замри, это надо, той жизни моей не из книжки. Из блокадного Ленинграда привезли седого мальчишку. Мы смотрели на чуб с перламутром, и в глаза его очень взрослые. Среди нас он был самым мудрым, посидевший от горя подросток. А еще я помню солдата. Он контужен был от взрыва гранаты, и оглох, и навек онемел. Вот тогда, говорят, посидел. О, седая мудрая старость, о, седины неравных боев! Сколько людям седин досталось от неотданных городов, а от тех, что пришлось отдать, посидевших не сосчитать. Пусть сейчас не война, не война, но от горя растет седина. Эх ты, молодость, злая модница, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость, за полтинник седою стать. Нет, я не против дерзости в моде, я за то, чтобы модными слыть. Но седины, как славу, как орден, надо выстрадов заслужить.